Привет всем посетителям магазина sidex.ru. Вы смотрите очередной обзор от Sidex Lab, посвященный товарам, доступным для покупки в наших магазинах. Медиаплеер VDTV Live от компании Western Digital появился на рынке проигрывателей цифрового мультимедийного контента в качестве последователя VDTV и вместе с VDTV 2 представляет второе поколение. Приставка Live в названии отличает этот девайс от младшей модели наличием сетевого контроллера, компонентного выхода и появлением сетевых сервисов, которые, можно сказать, оживили устройство. У этой модели, как и у других продуктов Western Digital, есть собственное сообщество на официальном сайте, где можно зарегистрировать свое устройство и участвовать в его усовершенствовании, голосуя за новые функции и возможности, но все эти бонусы доступны пользователям только в случае покупки VDTV Live с официальной гарантией производителя. В конце обзора мы покажем и расскажем, как отличить серое устройство от устройства с официальной гарантией, а сейчас непосредственно перейдем к обзору медиаплеера и в первую очередь к его комплектации. Упаковка VDTV Live выполнена в фирменных темных тонах Western Digital и содержит на фронтальной стороне волшебный значок Full HD 1080p, подтверждающий, что наш сегодняшний подопытный поддерживает все радости видео высокого разрешения. Также здесь напоминание о сетевых возможностях девайса. На боковой грани внушительный список форматов файлов, поддерживаемых устройством, а также технологий и сервисов, подробнее о которых мы расскажем дальше. Особое внимание на схеме портов уделяется поддержке стандарта HDMI версии 1.3, а также здесь перечисляется остальные разъемы. Подробнее о них тоже далее. На нижней грани коробки наклейка с серийным номером и краткой информацией о гарантии и поддержке, подробности которой можно узнать в документации устройства, а также на официальном сайте производителя. В комплекте с устройством идет все необходимое для того, чтобы сразу начать получать удовольствие от его использования, кроме разве что HDMI кабеля. Но производитель сделал это не без основания. Устройство дружит с качественным HDMI кабелем, который и стоит приобрести отдельно, например, в нашем интернет-магазине Sidex. Итак, в коробке присутствует, конечно, сам медиаплеер, очень компактный, нужно заметить, CD-диск с программным обеспечением, документацией пользователя и демо-материалами, листовка с информацией о технической поддержке и на русском языке тоже, схема использования и подключения устройства с уточненной информацией о гарантии на оборотной стороне, пульт дистанционного управления и две батарейки к нему, блок питания, который оснащен переходником на необходимый в нашей стране разъем питания, и даже инструкция к этому блоку. Кабель для подключения к стандартному AV-входу телевизора, так называемый композитный. Кабель для подключения устройства к компонентному входу. И целых два комплекта резиновых ножек. В общем, все необходимое, кроме, как мы уже говорили, кабеля для подключения по HDMI. Рассмотрим внимательнее теперь сам медиаплеер. Медиаплеер VDTV Live очень компактен, легко поместится на ладони и при этом достаточно легок, так что его с легкостью можно взять и в поход, конечно, если там вдруг обнаружится HD-телевизор, ведь именно в видео высокого разрешения полностью раскрываются возможности этого устройства. Но обо всем по порядку. На поверхности устройства отпечатков не остается, поэтому можно не беспокоиться о его внешнем виде. Этот небольшой девайс только украсит полку с телевизором, даже если места совсем мало. Медиаплеер можно расположить как горизонтально, так и вертикально, для чего и существует два комплекта резиновых ножек. На фронтальной панели всего два индикатора – включение плеера и работы USB-устройства. На боковой или верхней, смотря как поставить поверхности VDTV Live, разместился первый разъем для подключения внешнего USB-устройства. Да, именно внешнего, плеер не имеет встроенного жесткого диска, но отлично работает с любым внешним USB-накопителем, будь то флешка или внешний жесткий диск. На задней стенке расположены основные разъемы слева направо. Разъем для подключения блока питания, затем второй USB-разъем, да, к TV Live можно подключать до двух USB-устройств одновременно. Правее, наверное, самый важный разъем – HDMI версии 1.3. Далее идет оптический цифровой аудиовыход, который будет полезен при подключении, например, к ресиверу. Следующий – разъем, который отличает устройство от предыдущих версий – сетевой Ethernet-порт. Далее стандартный AV-выход и следующий за ним компонентный выход, выполненный в компактном форм-факторе джек 3,5 мм. Охлаждение у TV Live пассивное и достаточно эффективное, потому шум, производимый устройством, равен нулю. Список поддерживаемых форматов файлов, как и возможности устройства, очень широк. Нужно очень постараться, чтобы заставить подавиться этого маленького монстра. Он ест практически все.
Поддерживаются все стандартные типы картинок и медиакодеки, плюс lossless форматы аудиофайлов и форматы видео высокого разрешения, например, Blu-ray и MKV. Также плеер читает файлы субтитров и различные типы плейлистов. В общем, устройство способно почти полностью заменить DVD-плееры, Blu-ray-плееры и подключение компьютера для воспроизведения на TV. Доступно большое количество операций с файлами от копирования до масштабирования. Также медиаплеер оснащен поддержкой аудиостандартов DTS и Dolby Digital. Внешние жесткие диски формата 2,5 дюйма работают с TV Life отлично, без проблем с питанием, как у устройств некоторых других производителей. При этом при подключении плеера к сети USB-накопитель может стать сетевой медиабиблиотекой. На этом сетевые возможности далеко не исчерпываются. Вы можете просматривать медиафайлы с любого компьютера в сети или с любого медиасервера. При подключенном интернет TV Life дает возможность смотреть видео с YouTube и слушать радио сервиса Live 365, а также просматривать изображения на флайкере. Можно также из меню зарегистрировать устройство или получить новую прошивку, которая открывает новые функции и возможности. Подключив в USB разъем Wi-Fi адаптер, вы получите устройство с беспроводной сетью и все соответствующие радости. Также плеер с альтернативной прошивкой может скачивать торренты и вообще стать в плане мультимедиа почти полной заменой компьютеру. Меню устройства русифицировано, выглядит довольно приятно и имеет интуитивный интерфейс. Многие возможности либо уже настроены, либо настраиваются автоматически или очень просто. В итоге, обладая VDTV Life, вы получаете за довольно низкую цену, еще более низкую в магазинах Sidex, универсальный медиаплеер, и сможете подключить и старый телевизор, используя аналоговые разъемы, и современные HD-панели, используя HDMI. При этом вы еще и получаете поддержку и возможность участвовать в появлении новых функций и возможностей в очередных прошивках. И теперь самое время рассказать о том, как проверить свое устройство и узнать о поддержке и гарантии. Для того, чтобы получить доступ к новым возможностям и поддержке пользователей от производителя и узнать, обладает ли купленное вами устройство официальной гарантией, в случае с продуктами Western Digital все очень просто. Достаточно посетить официальный сайт компании в нужном регионе. В разделе меню «Поддержка» есть пункт «Гарантийное обслуживание и RMA». Перейдя в него, следует выбрать пункт «Конечные пользователи», а затем «Проверка гарантии». Здесь необходимо ввести серийный номер приобретенного вами устройства, выбрав соответствующую страну. Enter. Перед вами появится информация о гарантии и ее сроки. В случае, если устройство имеет официальную гарантию производителя, как мы наблюдаем с устройством, купленным в магазинах Sidex, вы получите сообщение о том, что ограниченная гарантия действует, и о ее сроке. При этом срок гарантии можно скорректировать, если у вас есть соответствующие документы о покупке. Пошаговая инструкция прилагается. Покупая товары с официальной гарантией от Western Digital в магазинах Sidex, вы получаете поддержку и гарантию от производителя, а также возможность поучаствовать в усовершенствовании продуктов и наделить свое устройство новыми функциями и возможностями. И в завершении помните, друзья, в магазинах Sidex всегда убойные цены на электронику. Не прощаемся, до встречи в следующих обзорах от Sidex Lab.